Девушки, парни, всем привет. Хочу снять небольшое видео, мотивационное видео для тех, кого еще терзают некоторые сомнения и кто никак не может решиться. Решиться начать серьезно заниматься выращиванием инжира. Все это время мы с вами хорошо кайфовали, радовались жизни, мечтали о большой любви, хотели выращивать инжир и получать от этого много удовольствия. Но ситуация меняется. Начавшийся основной урожай открывает глаза на настоящие перспективы. Поэтому обращаюсь к тем, кто хочет или уже высадил много кустов, кто хочет заниматься серьезно. Мы с вами организовали клуб тех, кто стремится вырастить 1 тонну инжира за сезон. Теперь мы немножко детализируем стратегию и ставим более амбициозную цель – 100 килограмм инжира в день. Вот смотрите, 11 килограмм – это у меня сегодня был заказ, я собрал. Вот так выглядит 11 килограмм инжира чистого веса. Выбрал не все. Через 2 часа вернусь, продолжу. Но если сделать небольшие расчеты на калькуляторе, то мы выходим на то, что, о чем мы с вами обсуждали в предыдущих видео. И исходя из того, что я вижу, какого возраста у меня кусты, какие сорта, сколько на подходе, основная армия подключится через год-два, я считаю, что мы должны с вами, теми, кто серьезно решил заниматься этим, стремиться к этому. Это вполне реально. Сейчас начало сентября. Поздние сорта включаются по-настоящему сентябрь-октябрь. Поэтому давайте решайтесь, прочь все сомнения, сажайте много кустов. И самое главное, вам нужен сорт, который я выращиваю, либо же такой же аналогичный, с аналогичными качествами, с аналогичной урожайностью. Смотрите, кто-то со мной может не согласиться, но я искренне считаю и верю, что мы можем с вами ориентироваться на эти цифры. Где-то, если вы сразу единовременно, ну, за 1 год сделаете хорошую высадку, сразу заложите плантацию свою или мини-плантацию для начала, то через 3-4 года вы скажете мне, что я был прав. И мы с вами поднимем бокал за то, что мы достигли то, о чем мы сейчас говорим. Вечером, когда я буду выкладывать это видео, некоторые еще мысли структурированно я напишу в описании. Вы их сейчас уже можете почитать. Еще я скажу, что, повторюсь, что на зиму я буду закладывать действительно очень много черенков вот этого сорта. Это Кадота гибрид. Но если вам продали этот сорт, как я уже ранее говорил, это не значит, что вы действительно стали обладателем этого сорта. Вам могут продать все, что угодно. Поэтому смотрите, кто живет, может быть, по соседству или непосредственно в Краснодарском крае, думайте, пишите, подскажу все, что смогу, может быть, чем-то поделюсь. Можем пообщаться на тему высадки нескольких десятков или даже от сотни кустов. Самое главное – найти такой сорт. Я никогда не мог представить, но в этом году я буду
сильно вырезать, я думаю, 5 из своих 8-9 сортов. И фокусироваться на трех сортах. Чуть позже покажу, расскажу, что и как я планирую. Так, почитайте описание к видео, еще некоторые мысли там будут. Как обещал, буквально через пару-тройку дней будем сушить инжир. Покажу, что и как получается, что выгоднее, насколько, и еще небольшую другую аналитику. Спасибо за внимание, ребят. До скорой встречи.